Оп, смотрите, смотрите, что у нас есть. Монет? Нет, ну давай, скажи, что монет. Да он из камня. Ну и раз уж тормознули, грех не залезть в огромный сарай. Здорово, народ. Сегодня решили побаловаться магнитиком. Есть у нас вот такая речка маленькая. Ну чё, будет чё? А есть какие-то приметы у тебя там с первого захода? Надо достать кусок какой-нибудь крутой штуки, и тогда улов будет очень классно. О, чё-то есть. О, первая находка. Тут, блин, беда, беда в том, что мост железный. И не поставишь прицеп. Да, ручка какая-то, петля. Еще. Да, ничего себе. Сейчас мы тут железо натаскаем, вообще тонны. Пойдем сдадим и купим себе пиво. Вот такой у нас мостик прям. Старый-старый. А верх новый сделал. Мне кажется, перспективнее с той стороны, потому что туда же уносит все. Так, я тут отвлекался, а ребята нашли пистолет. Серьезно? Показываю. Пистолет. Того. Опа! Опа! Ничего себе! Разоблачение. Так, ну если просто про металлолом, то уже неплохо. У нас первая нешмурдячная находка. Вот такое зубило сделано. Но, по-видимому, это гусеничный трак. Есть вариант, кстати, что это камнетесное зубило, такое большое, которым, собственно, и тесали мост, его строили и во время постройки потеряли. Вот это прикольная штука. Скобу нашли еще. Но тут тоже мелко, совсем мелко. Тут вот он прям на дне лежит, а его прям видно. Только что магнит прилип к мосту, и мы были на грани фиаско, но сильный Толик оторвал его. Мы перевесили магнит. И Толик сказал, сейчас я улечу вообще. Тяни чуть наискосок. Куда-нибудь, да, вот, может, сюда вот к березе тянуть. Так, что-то есть. Что-то есть, что-то есть. Пистолет, нет? Автомат, нет? Рессора, что это? Пластина. Ну, такая она, кстати, сохран неплохой. Она современная. Современная? Слушай, ну она килограмм на два, если просто давать на металл. Тоже это пласта. Это не может быть рессора. Если это рессора, то я из нее чем скую. Хоп-хоп-хоп. Смотрите, смотрите, что у нас есть. И не стреляно, кстати. Не стреляно. Но здесь война была. Блин, и он это... Есть, потому что вот... Решили попробовать колодец. Вот такой вот заброшенненький, совсем-совсем похож. Какая глубина по ощущениям? Мелко. Мелко? А там вообще? Да, воды почти. Воды там сантиметров 30 где-то. Пока ничего не чувствую. Колодец нас не порадовал вообще. Поэтому едем дальше. Там древняя заброшенная гидроэлектростанция маленькая, с плотиной, со всеми делами. Попробуем побросать там. Может, что найдем. Едем, смотрим еще один колодец. Вот такой. Надо попробовать. Проверим этот колодец, он сверху с колесиком железом обедает. Колесик удобно сразу. Ну, поглубже, да? Блин, он вообще глубокий. Там он ведро на дне валяет. Или что-то еще. Да нет, что-то просто отражается. Да? Ну-ка посмотрим. Первый заброс. Колодец. Один. Гвоздь. Мы нашли гвоздь. Так, ну давай еще один заброс, дадим этому колодцу шанс и поедем на плотину. Ну, что? Ну вот такая мусорячка. Зимитые ведра. Ну, да. Приехали мы еще в одно место, река та же, а это старинная гидроэлектростанция. Да, вид, конечно. Вот сейчас запустить, да, все это. И она спокойно могла бы электричеством питать всю деревню. Да,
Это, к слову, альтернативной энергетики, да? Сейчас мы все ищем энергию солнца, энергию ветра. А уже было ж построено. И тоже мелко совсем. Перешли мы на другую сторону. Красиво, невероятно вообще. Вода прозрачнейшая вообще. О, достань железяк. Что-то есть. О, все, отлично. Пошли находочки. Кровать, пружина и какая-то железяка. Монет? Нет. Ну давай, скажи, что монет. Пожалуйста. Нет, это значит, что это каблук от сапога с железным гвоздем. Надо прям вдоль кромки плотины пройтись. Ну что, давайте делать ставку. Будет что там, нет? По идее, там должны тут падать что-то. Если там что-то было, должны падать вещи в завихрениях, там и оставаться. Давай, ну. Галяк. Прям сам кромку. Короче, не особо нас порадовала гидроэлектростанция. Слишком красивое тут место. И абсолютно чистое с точки зрения металла. Вообще каждый заброс вообще в пустоту абсолютную. Так что едем обратно. Может, еще какой колодец найдем, а может и на реку заедем. В общем, посмотрим. Ехали тут мимо, нашел прикольное местечко. Погреб. Его летом, я тут летом бывал. Его летом не было видно из-за того, что все травой заросло. А сейчас можно слазить. Арка. Не, он маленький. Ага. Так, что хорошего тут у нас? Особо ничего, небольшой. Ну и раз уж тормознули, грех не залезть в огромный сарай. Нифига себе. Нифига себе. Слушай, а коровы, коровы? Не знаю. Это же... Вот тут, Саш, нужно снимать передачу. Я не боюсь, знаешь, вот на ночь тут оставаться. Да. Вот тут явно живет ведьма из этого. Из Вия. Мы уже домой ехали. И тут на трассе увидели вот такой колодец. Он, конечно, не старый и не каменный, но... Но вдруг... Все. Да. Короче, с колодцами сегодня вообще никак. Вот только что булавочку достали, и ту я уронил, и теперь ее не найти. Все, на этом давайте прощаться. Подписывайтесь немедленно, если еще этого не сделали. На канале вот такие прикольные видео, думаю, будут выходить достаточно часто. Всем пока!